Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться. И сегодня мы уже начинаем готовиться с вами к Пасхе. Сегодня мы красим яйца. Они получаются вот такие вот классные, мраморные и цветные. И что самое главное, все это можно получить с помощью самых обычных, пищевых, самых-самых дешевых красителей, которые продаются практически в каждом магазине. Этот способ невероятно легкий, и красить такие яйца можно всей семьей, потому что даже ваш муж и даже самые маленькие детки точно с этим справятся. Смотрите подробный мастер-класс. И сначала нам нужно сварить яйца. Складываем яйца в холодную воду и варим как обычно. Дальше нам понадобятся остывшие вареные яйца, цветные красители, стаканы по количеству красителей, уксус и обычная горячая вода. Берем стаканы. Важно, чтобы они были стеклянные, лучше всего прозрачные, чтобы можно было оценить степень покраски яйца. И высыпаем в каждый стакан свой краситель. В каждый краситель наливаем немножко кипятка и все это хорошенько перемешиваем, чтобы краски полностью растворились. Краски можно использовать как сухие, так и жидкие, какие вы найдете, какие вам больше нравятся. Да, еще чтобы цвет был более стойким, нужно добавить в каждый краситель немножечко обычного столового уксуса. Теперь все это перемешиваем и используем для каждой краски свою ложку, чтобы цвета не смешались. Теперь нам понадобятся наши вареные яйца, бумажные салфетки или бумажные полотенца и обычные ватные палочки. Берем салфетки или бумажные полотенца, лучше всего, чтобы они были двухслойные или однослойные. И чтобы не испачкать руки, надеваем перчатки. Теперь в центр салфетки кладем сваренное яйцо и вот так вот заворачиваем. Следите, чтобы салфетка не порвалась. И теперь опускаем ватную палочку в краску и наносим краску на яйцо. Делаем то же самое со всеми цветами, используем для каждого цвета свою ватную палочку. Наносим разные краски в хаотичном порядке. У нас получится красивый мраморный эффект. После того, как все яйцо будет окрашено, немножко прижимаем салфетку к яйцу руками и даем полежать ему примерно 20-30 минут. Проделываем то же самое со всеми яйцами. Через 20-30 минут аккуратно снимаем салфетку и смотрим на потрясающий красивый результат. Здесь важно не оставлять салфетку сохнуть слишком долго, на несколько часов, иначе она может прилипнуть. Ну что, друзья, как вам такой способ? Мне кажется, получилось очень круто. Если вам тоже нравится, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.